Приветствую, дорогие друзья, с вами Изи и Экшен. Всем привет. Играем мы на сервере, точнее на карте Австралии. И какая наша задача сейчас, поехать на базу? И куда мы сейчас поедем, кстати? Да мы не на базу едем. Мы едем... Сразу же вместе поедем или нет? Да. Ну подожди, у меня есть вроде бы патроны там с собой. Нам надо... Нам надо заработать денег. Залутаться. Погодь. У меня то... Не понял вообще ничего. В смысле нет ничего? У меня вообще одна только обойма. Нормально пойдет. Ты что, издеваешься? Ну, нам ехать осталось чуть-чуть. Один... Ух ты, ух ты, ух ты, как она прыгает. Так, аккуратнее. Сейчас я посмотрю, может, у меня есть звуки есть. Нет. А, нет, есть. 5 штук. Нормально. Все, можно ловить машину. Смотри, как летим. А давай сейчас на горочку вот эту сейчас попробуем. Я шифтую. Смотри. Сколько едем? Сколько? 137. 137? Смотри теперь. Еще нет, еще рано. Вылет мозгов. Нихера. Ух ты, ой, Ярик, мы почти приехали. Куда? На задание, 700 метров. Ой. Нормально. Что, разбил? Не. Нормально все. Не, просто вот минус, что карта очень новая. Новая и дырявая. Не, она не дырявая, не надо. Просто что... Так, 700 метров, это очень близко. Так, погодь, можно эту горочку заедем? Как раз я на карту смотрю. Я хочу ее объехать, потому что миссия будет сзади нас. А миссия там серьезная, наверное. Ты... Стопэ. Куда ты едешь? Мы уже прям на... Мы прям на нее едем. Умник. Куда на нее? Ты что, гонишь? Это дорога прямо на миссию. Че, серьезно? Посмотри на карту. Блин. Смотри. Слева. Ой, в пустыне прям. Подожди, а их здесь немного, кстати. И там кто-то какой-то белый, смотри. Видишь, какой-то такой у него одежда белая у персонажа. А, так они на фактурке, слышишь? Что-что? Давай, короче, снимаем сначала этих. Где, на фактурке белые или что? Там их до хера. Да, вот так резко началась серия в том, что сразу же на миссию. Нормально. Ну, блин. Первый пошел. Пробный. Какой пробный? Я еще не занял позицию. Нормально. Блядь, ты не спеши, дурак. Ой, дурак. Нормально. Смотри, готовые сходу. Ты че? Все, одного нету. Куда убежал? А, не разбегается, сучка. Достань ты! Вот пиздюк. В сторону. Сваливай. Так, перезарядка. Вон прям лежит на меня, смотрит гнида. Они к нам идут. Пускай идут. Ляж, сука. Давай, Лео, ляг. Красавчик. Так, я тоже сейчас вылажу. Вот иди. Оп. Блин. Готов. Ой, подходит ближе к нам. Не вижу откуда. Я его вижу, блин. Вон он идет внизу. Он в самом низу стоит, да. Это ты стреляешь? Нет, не я стреляю, он на меня идет. Ух ты, прям возле меня, короче, пулька упала. А, вон один еще стан стоит, блин. По тебе? Опасно, вижу, слева обходит. А, да. Вон. Идет, короче, на подкрадунах. Двое.
Блин. По мне, давай, работай. Подожди, он работает по мне, ты работай по мне. Ах ты! Нихера! Так, он спрятался, подожди, сейчас. Погой, пусть он остынет. Уйди оттуда. Я сейчас попробую выше подняться. Из горы. Он бежит. Блять. Там еще один где-то живой есть в пустыне. О! Готов. Этот баганый остался на месте. Баганый, ты убил баганого, ты же гонишь. Я не знаю, он у меня стоит на месте, все равно. У меня он лежит. Ладно, все, это баг, все. Так. Ох, ё-моё. Один, два, три. Блин, они там плавают, кстати, бараны. О. Легли. Лили лежат. Все, как муравьи разбежались. Подбежали. Интересно. Бля, смотри, стреляю, короче, он живой. Есть один. Да я по нему тоже стрелял. Тоже по нему стрелял? Да. Стоп. За факторку ушли. Я валю по ним. Два. Вон стоит желтой футболкой, блядь. Три. Ага, видел, упал. Так, и где-то еще, короче, ушли за факторку один или два. И к нам в сторону, нашу сторону побежали. Да, двое. Так, я смотрю сейчас на берег. Я не знаю, сколько там, 600 метров на берегу. У меня стоит 500. Возле берега бегает один. У того дальнего, аж понял? Вон, плывут сюда. Все, поплыли сюда. Нету одного. О, бежит возле факторки. Еще одного нету. А, лег возле факторки, Ярик. Вижу. В темном, да? Есть, готов. Так, вон там, где плыли, короче, стоит. Вот крымашка. Охуеть. Я сейчас проверю, секундочку. Ага. А, этим можешь оставить пока что у себя. У меня есть такая даже без открывашки чипсы, все такое. Так, подожди. Сильно не болеть. Так, Ярик, я в тюрьму. Какую тюрьму? Вот перед тобой тюрьма, ты что не видишь? Вот эту? Я в тюрьму на вышку, да. Ну ты, блин. Ну а что делать? Они, пидоры, они сидят в домах. Я тебе говорю, они сидят тупо в домах. Ты их так хуй найдешь. Вон, вижу. Опа. Есть. Если я не ошибаюсь, я одного вижу, кстати, в доме. Готов. Ты так не боль... Стоп. В каком доме? Куда ты собираешься идти? Все, я его убил. Вот видишь, дальний дом. Желтый? Да. Там сидел в окне только что. Короче, я пошел в тюрьму, а потом, если что, пойду в полицейский участок. Вон, вижу. Желтый дом. Ярик, тоже ты по нему стрелял. Сзади не мог бежать дело. Я не могу отсюда видеть ничего. Мешают другие дома. Вот он. Еще в дальнем доме. Сейчас. Да, где-то тоже пригинался. Дальний стеклянный дом такой, типа, тоже раз пару этажей там тоже вылазил, пригинался. Во, вижу, бежит. Гелик. Во, я их вижу.
Чем я занимаюсь? Нет, это не я. О! Это по мне. Это по мне. Просматривай дом. Желтый. Идет, идет один. Прям на, за тобой бежит. Желтый дом? Ты стреляешь? Да. Ты его снимаешь или нет? Да, да, я его снимаю. Все, его нету. Долго снимаешь. У меня М-ка. Ой-о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 й-
Сколько их там? Там, блядь, это... Парочку. Я же говорю, что тут что-то будет. А то один. Могу тебя подлечить. Давай сюда ко мне. Вот так между домами станем, блядь. Так. АМ-ка какой, сколько там патроны какие? Один. Слышишь? АМ-ка. Хватит, все, не надо, хватит. 5.56. Я не знаю, вот то красное здание, в него можно заходить, не можно, но вправо, во, прям, бля, Ярик, прям передо мной, прям вот тут стоит бот. Да, вижу, давай, я сниму его. Готов. О, блядь! Не работает. После гаража. Я же говорил тебе, зачем ты это сделал? Похуй. Я его нагарил, бля. Блин, далеко появился, капец. Убит. Видел? Да, он сбоку там ходит дома. Да. Я не спеши. Все, я убил одного. Уже бесит он меня. Какого? Что был справа дома? Не-не, тот, что стоял возле пулемета. А вон Гельки побежал за правый дом, за вот этот дом, что напротив тебя. Да? Да. Гельки побежал. Он бежит, идет вдоль дороги, идет. Если его вижу, то мочи его. Я его не вижу. Ау! Ты не спеши так. Не попадаю. Все. Блин, не попадаю. Не спеши. Пулеметом. Лягла, блядь, скотина. Встала. Лягла, блядь. Встала. А вон он, да? Ты шо, конченый, блядь, или шо, нахуй? Смотри на него, блядь. Какой-то, блядь, ебанутый, нахуй. Ты сдохни. Наконец-то. Прямо в бошку попал. С пулеметом, сука, пидор. На вот этом красном здании. Ярик. Да. Слышь, он не буквально. Фу, наконец-то. Прям перед стройкой стоял. Твою налево, я обосрался, честно говоря. Плюс еще у меня... Подожди, какое красное? Вот это не белое здание? Ну, белое, да, перед стройкой.
Так я вообще-то туда сейчас и хотел залазить, блядь. Вот смотри, у тебя сейчас первое здание, так? Маленькое. Второе такое идет большое. Четырехэтажное. И еще одно. Вот он здесь был. Там, где мы этих троих ботов мочили, возле пулемета. А здесь я никого не вижу на этом здании. Что там? Тебе. Ой-ой-ой. Ой, вижу, вижу. Блин, 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 Ярик, он бежит ко мне. Что там? Патроны. Где он? Уходит, уходит оттуда. Куда? Обратно к Белому дому. Он уходит? Да. А, вот вижу. Лежать, я скажу. Слава богу, наконец-то. Твари, блин. И так будет с каждым. Я буду сказать на твоем, ты же там все там. Да слышишь, я такой бегу, бегу, блядь, на расслабоне. Он такой встает, блядь. Хуяк. Ку-ку, блядь, говорит. Ку-ку, ёпта. Ку-ку, ёпта, говорит. Я сразу падаю, блядь. Я сразу падаю, блядь, и молюсь. Так, шо тут? Еба! Что? Мои любимые, блядь. Кто любимые? Мои любимые ничего. Да? Ну, пострелялись просто хорошо, я тебе скажу. Пострелялись хорошо. Блин, я привык. Так. Плюс еще две тачки есть, можно эту тачку будет продать. Я сейчас на нашем приеду. И что тут у нас? Не, ну чё, есть оружие? Инстадок, 8 штук, блин. Нет ничего, ты что, совсем рехнулся? Угу. Противоракетная... Да я вкинул. А может их продать можно? Так, надо набрать воды в пустые баклажки, купить еды. Купи этой. Открывашки, а открывашек нету уже. Красивая карта, я скажу, реально очень красивая. Понял, места нет людей. Нету места? Так, ой-ой-ой, уже лаги начинаются здесь в этих сезонах. Так, где здесь эта продажа машины? Я сейчас сразу же тоже эту машину продам. Она мне нахрен не нужна. А ты повыкидывал? Я забор сломал. Вот здесь сидит он. Где тут упырь, что продать машины ему? Так. Вот он, я не помню просто. Ты поклан. Ты поклан. Не понял. Каких 50 метров? Ты что, совсем охренел? Я прям впритык после тебя стою, дурак. Да, слушай, тебе на вид нужен? Нет. Нет? У меня это... Ну, я понял.
Так. Ну, короче, стоимость машины с лутом будет стоить 34 тысячи. Продаю. В общем, за этот месяц мы заработали, твердо говоря, почти 80 тысяч, да? 80 тысяч. С одного ящика лута. Давай, садись в машину, поедем отсюда. Поехали, спрячем ее, короче.